Сегодня я расскажу вам, как сделать логотип для YouTube-канала, как загрузить его на свой канал. Логотип будем делать на прозрачном заднем фоне. Для этого заходим в любой онлайн-редактор, например, pixelart.com. Если вы пользуетесь Photoshop, можете сделать в Photoshop. Открываем редактор, загружаем изображение. Я буду показывать вам, как делать логотип на примере своего канала, которым я не пользуюсь. Он так тренировочный, скажем так. Вот я загрузила картинку. Выбираем инструмент «Волшебная палочка» и щелкаем. Видите, выделился не весь белый кусок, вот здесь белый осталось. Для того, чтобы выделить все, зажимаем Shift и выделяем еще этот кусочек. Видите, теперь выделилось все, весь белый фон, который нам не нужен. Два раза щелкаем вот здесь, где написано «Задний фон», чтобы появилась такая галочка. И нажимаем Delete. Delete или удалить. Если вы не знаете, где находится Delete, я сейчас отменю. Вот, вы выделили все. Заходите редактировать и очистить. То же самое. Теперь сохраняем эту картинку. Для этого делаем файл. Сохранить. Формат JPEG обязательно меняем на PNG. PNG поддерживает прозрачный задний фон. Вот у нас, видите, уже даже видно, что это задний фон прозрачный, да? Ну вот видите, волосы мы видно, да? Так, что делать, если у вас картинка, например, имеет очень много различного заднего фона в красках? Вы хотите вырезать определенный кусочек, чтобы все не выделилось. Заходите в инструмент лассо. Я буду показывать быстро, может быть, не очень аккуратно. Вы будете, конечно, делать поаккуратнее, когда будете вырезать. Вот, значит, выделяете то, что вам нужно. Допустим, да. Я еще раз повторюсь, я делаю быстро, чтобы не терять время. Вот вы выделили, а здесь делаете добавить маску слоя. Вот. Получили то же самое. Опять делаете сохранить файл. Сохранить. Обязательно выбираете PNG. Да. Вот так переименуем его. Ну вот, пожалуйста, смотрите, тоже с прозрачным задним фоном. Ну, сейчас мы, наверное, будем работать вот с этим, да? Заходите на ваш YouTube-канал. Вот он у меня, лабораторные диагностики. Выбираем, значит, так, выбираете канал. Фирменный стиль. Добавить логотип канала. Видите, логотип канала будет загружен во все ваши видео. Это не рекомендую. Можно вот так, можно вот так, да. Видите, лучше всего использовать одноцветное изображение с прозрачными областями. Максимальный размер файла 1 мегабайт. Выбираем файл. Так, что у нас была? Яна, наша рука. Ага, вот, видите, PNG, да, который... Вот. Вот такой логотип канала будет у нас показываться во всех наших изображениях. Отображать во всех ваших видео. А, за все время надо выбрать. Да, извините. За все время обновить. Ну вот, когда вы открываете видео в своей творческой студии, вот видите, у вас значок такой, сразу с подпиской.
да? Можно поставить в конце, можно в начале, можно на протяжении всего видео. Ну, в принципе, у меня все. Пробуйте. Если у вас еще нет логотипа, делайте. Надеюсь, у вас получится. За любым вопросом, поддержкой обращайтесь. Всегда поможем, научим. Всем пока.